Расширяем возможность единого портала государственных и муниципальных услуг. Начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы. Каждый гражданин из личного кабинета на портале сможет направить свое обращение в Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов государственной власти, регионов или местного самоуправления. И через портал госуслуг получить ответы на свои обращения. Такой формат взаимодействия – важная часть сервисной модели государства, которая создается для удобства людей.